Итоги становления республики за 25 лет в Каменском районе подвели на торжественном собрании в городском доме культуры. Его участниками стали более 500 человек. Члены ОСТК, участники боевых действий, защитники Приднестровья, руководители общественных организаций, представители трудовых коллективов. Все те, кто внес свою лепту в создание и развитие республики. Антигосударственная политика руководства бывшей Молдавии привела к тому, что народ Приднестровья, оценив всю ситуацию, понял, что он должен выбирать иной путь развития нашего края. 99,8% моих односельчан проголосовали за создание нашей республики. И я сегодня глубоко убежден и уверен, что признание наше не за горами. С марта по июнь 1990-го во всех населенных пунктах района прошли митинги и сходы граждан в поддержку идеи создания независимой республики. В них приняло участие около 90% жителей левобережных сел района. А уже 2 сентября 1990 года в работе второго чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней от Каменского района приняли участие 62 делегата. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что Приднестровская Молдавская республика состоялась как государство. Республика имеет полноценную систему органов власти, избранную согласно демократическим процедурам, собственную конституцию, валюту, налогообложение, правовую и судебную систему, вооруженные силы. Юбилейными медалями 25 лет Приднестровской Молдавской Республики в этот день были награждены 8 общественных организаций, 3 предприятия и более 140 человек, стоявших у истоков создания республики. Я славлю республику, которая у нас сейчас есть, которая празднует свое 25-летие. Республика будет еще лучше, чем она сегодня. С праздником, дорогие приднестровцы!